Здравствуйте, друзья. Решил я еще на рыбалочку в этом году съездить. Да, кстати, с наступающим вас всех. Приехал я в Солнечное. Здесь возле пляжа парковка. Наломано здесь тоже хорошо. И лед, главное, такой толстый был, смотри-ка. То есть 10-20-25 сантиметров. А здесь такого не было льда. Это значит, откуда-то его пригнало. Где-то сломало, и сюда он его принесло и выкинуло на берег. 25 сантиметров у нас еще здесь не нарастал лед. Тут таких морозов не было. Ну вот здесь выход есть. Пара человек тут прошло. Но они куда-то усвистали вообще. Я их еле вижу. Больше никого нет. Надоело мне как бы. Ну, большой толпы не было, конечно, но рыба выбивается в первую очередь активно, когда люди приезжают в какое-то место. Поэтому лучше искать места, где по первому льду понятно. Можно в любое место приехать и поймать. А сейчас уже как бы люди катаются и активную рыбку выколачивают потихонечку. Ну, с точек. Вот. Поэтому хочется что-то новенькое посмотреть. Ладно. Снег был сегодня ночью. И сейчас бывает периодически начинается. Ну, на льду еще мало снега. Он там выпало там. Где-то сдувало его. Поэтому, я думаю, ходить нормально будет. Ну, если что, я пишню взял. Потому что заносит трещины снегом. Она вроде мокрая, а что там, может, там метр шириной трещина под этим снегом. Ноги мочить тоже не хочется. Булькнешься туда. Да и ногу можно повредить. Ладно, пойду. Похожу, посмотрю. У меня взят опарыш, блесенки мои, универсальные удочки. Ведьма взята. Сейчас козу вот вязал, стоял. Блин, продают эти, блин, мормышки, в них пирочки нету ни хрена. Еле проколупал. Хорошо, иголка у меня где-то там была такая, специальное отверстие эти расширять. Пока найдешь. А дома тоже их проколупывать все. Это ж надо собраться. Да и потом может какая-нибудь соринка попасть туда тоже. Ладно. Всего хорошего. Сейчас пойду, встретимся на льду. Так, ну пришел на место. В пару местах еще останавливался так на разведку. Ну, долго не стал сидеть. Здесь все-таки проверенное местечко такое. Глубина метров 5. Ну, до берега километра полтора, наверное. Пара человек сидит. Ловит. Окушка. Так. Просили показать, как я ловлю, начинаю ловить на универсальную удочку. То есть, как делать, я уже показывал. Ну, это такой облегченный вариант, но смысл в том же. То есть, опустили на дно. Пускай, даже пускай сначала просто постоит. Потому что рыба может там стоять сразу же. Потом начинаем тихонечко, вот у меня сейчас блесна стоит. Начинаем тихонечко хвостик блесны поднимать от дна. Не надо сразу начинать резко блеснить, потому что вы распугаете рыбу, которая стоит, которую вы на голову прямо опустили. Если она стоит тут, она сразу возьмет. А если начнете блеснить, то можете разогнать. Ну, раз 10-20 вот так сделали, потом можно приподнять, покачать вот так, как мормышкой. Потом по дну постучать.
опять поиграть. Паузы не забывайте делать. Бывает, на паузе берет крупная рыба. О, есть. Это не крупная, конечно, но рыба. Потом начинаем блеснить. Ну тут какая приманка у вас стоит? Если планирующая блесна, то медленные взмахи. Если какой-нибудь гвоздик там или трехгранка, резкие. Если балансир, тоже плавные. Если там у вас стоит бомба или балда, стукаем по дну вот так. Раз 10. Ну, 10-20 раз. Я обычно 10 раз делаешь взмахов. Потом очищаем леску, бросаем на дно. Можно с большой высоты бросить, чтобы она протащилась по дну как бы. Крупнее. Ну и по такому принципу ловим. То есть можно две тактики как бы использовать. Либо сейчас вот мелкий окунь, да, бежать дальше, искать крупного. Либо пытаться раскачать эту лунку. Он может подойти крупный. То есть раз мелкий здесь есть, то может и крупного стая подойти сюда. А вы уйдете. То есть... Можно поискать, конечно. В принципе, сейчас лед не толстый, хорошо искать. Ладно, продолжим.
опять какая-то фигня пошла, залипуха, мокрый снег. Главное, там у меня хороший подписчик Сергей купил, посоветовал плащ, говорит, купи на такую погоду. Ну, я купил плащ, еще такой недешевый, там 1500, самый большой. Ну и лежит в машине, нормально. Утром-то выходил, снега-то не было. Хотя передавали и мокрый снег, и по всем прогнозам. Но нафиг надо тяжесть такую тащить, лишние полкило. Ну ладно, посидим, может кончится. Ну так, ловится рыбка. Рыбка ловится. Ну, надоест здесь сидеть, пойду дальше, делов-то. Это да, это плотвина.
такая. Дичь. Такая губа твердая. Весь крючок погнул. Так, друзья, буду я заканчивать. Порыбачили хорошо. Так. Рыбкила. Поймали. Латвичка, окушки. Нормально. Заканчивается этот год. Хочу вам пожелать в следующем году, чтобы дома вам хотелось на рыбалку, а на рыбалке хотелось домой. Всего хорошего. До свидания.